ненависти черный цвет, пока не посмотришь это видео. Всем привет, с вами я, Лена Никитова, и вы находитесь на моем канале. Сегодня я вам расскажу о тайне черного цвета в одежде. Обязательно смотрите до конца, поставьте лайк, подпишитесь на видео на колокольчик, а мы начинаем. Вы спросите, Лен, ну какого фига ты сейчас будешь мне что-то рассказывать про черный цвет, ну сильно, вы что там что-то хочешь сказать, если сама вся в черном. А я такая скажу, действительно, когда было лето, точнее, где-то в сентябре, я узнала о том, что, по идее, черный цвет лучше не носить в одежде, потому что он высасывает нашу энергию. Когда я жила в Сочи, где-то через месяц или два, я стала замечать, наверное, даже через месяц моего вот этой очистки, детокса, не знаю, чего-то там, потому что у меня реально и природа, и питание было вегетарианское, качественное, полезного. Мне почему-то вдруг впервые, я не знаю сколько лет, потому что последние годы я ходила в черном, я покупала всю черную одежду. И 90% моего гардероба это были черные вещи, потому что ведь они всегда друг другу сочетаются. Черный, в принципе, он выглядит довольно-таки стильного на их образах. Я вообще почему бы носить черный цвет? Что там такого? Я все-таки, когда училась в школе, не то, что нужно было как-то одеваться, не то, чтобы форму, нужно было одеваться так, чтобы это было по-деловому. И нельзя было носить такие цветные, кроме белого цвета, и поэтому я выбрала для себя черный. То есть в какой-то момент я просто перестала бить белый цвет, и я начала носить чисто черный. Но потом вдруг я, получается, живу в Сочи, у меня полный чемодан начинает кепки заканчивать концовками черного цвета, все абсолютно черного цвета, буквально несколько вещей цветного. И тут я понимаю, что я хочу носить цветное. Достаю все, что у меня есть цветное. На тот момент это были носки белые и толстовки солнце. Я потом почувствовала, что я не хочу носить больше цвет такой черный. Я хочу носить что-то цветное. И действительно, с каждым месяцем я все больше и больше этого хотела. И недавно, несколько месяцев назад, я узнала о том, что черный цвет высасывает нашу энергию. И поэтому лучше вам не носить. Ребята, выбор за вами. Я одеваюсь в основном в что-то черное. Ну, то есть, блин, почему я сейчас вот без черного? Потому что мне просто не хочется покупать новую куртку. Скоро узнаете почему. Это секрет. Ну вот у меня есть доля логики. Вообще, в принципе, там всегда логично. Напишите в комментариях, любите ли вы носить черный цвет. И будете после этого видео ли вы носить черный цвет. Потому что я сейчас играю с курткой, у меня все цветное. У меня толстовка, футболка и леггинсы, они цветные. И так же, как и носки. Вот, видите, шапка новая. Она белая. Потому что я ее не выбираю. А вот все, это у меня с прошлого года. И поэтому я вся в черном. Тоже убой. Самое, наверное, считается прикольным и правильным цветом, это белый. Потому что белый – это отражение всех цветов. И думаю, вы многие, кто в духовной тусовке, видели там white party, там белая вечеринка, и все такое в белом. Я помню те моменты, когда у меня была только часть, вот это вот, некоторые вещи белые. Я пришла на white party в черных кроссах, в черных штанах и в белом верхе. Потому что это единственное, что у меня было. Сейчас же, вы, думаю, даже видели меня на фан-встрече, белые шорты, белая футболка. Я даже тогда не знала, что про белый цвет, мне просто хотелось одеваться. Действительно, когда вы начинаете развиваться, вам уже чуть-чуть не хочется черный цвет. На этом было все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Видите, вот, сами там еще чем-то интересно. И до встречи.